везете? На обе. Саженцы народу по самые помидоры. Мне ребята с охотного ряда подогнали пакетик законов. С этим удобрением налоги так и попрут. Налоги – штука сытная. Какой сорт? Драконовские? Прогрессивные? Ранняя силуановка? Нет, сорт «Социальная справедливость». Пустые хлопоты. Справедливость в нашем климате не приживается. Дедушка, идем вперед, во главу поезда. Не-не-не, давай в середину или конец. В газете «Гудок президента» писали, что при терактах впереди опаснее всего. А мне еще пожить хочется, посмотреть, как вы мучаетесь. А что, будут теракты? При моем руководстве обязательно. Товарищ, у вас такое доброе, открытое лицо, что сразу хочется докопаться. Вы не из казахстанского кооператива, который хочет отделиться от нашего садового товарищества? Чего вам от меня надо? Я же сижу и молчу. Вы молчите, а желание отделиться просматривается невооруженным людям. Пока невооруженным. Далеко собрались, дедушка, на дачу. Котят топить. А где котята? Мы их там, на даче наловим. Товары в дорогу! Устройство для шинковки капусты с соседского огорода. Суперклей, суперсоюзник. Приклеится — хрен оттерешь. А еще есть срок дружба, недорого. Раньше ты пармезан предлагал, горгонзолу с плесенью. А сейчас дружба, но тоже с плесенью. То не было инфляции лет 5, то третий год прет на участке, как сумасшедшая. Ой, замучила уже. Население жалуется. Так травить надо потихоньку. Инфляцию? Население. Я читал, дача-то ваша на Алтае сгорела. Сгорела? Которая? На Алтае их у меня 40 штук. Вы там принимали Берлускони. Остается штук 10. Но туда еще дорогу проложили за счет местного бюджета. Это нас не приближает к разгадке. А, ущерб 4 миллиарда. Ха! Так это самое дешевое, значит. Сгорело — и фиг с ней. Главное, не ограбили. Когда я министром сидел при бабле, откат за подряды давали. Потом заварушка случилась в Кремле, и мне полномочия отняли. Отдайте инвалиду антикоррупционных войн на пересадку кресла и протез чресла. Кто сколько может, можно в конверте. Дай вам Бог здоровья на утро. Помогите потерявшему все, что нажито непосильным трудом миллионов россиян. Подписываемся, ставим лайки. Можно с компьютера, можно с планшета. А можно с этой, как ее? С мобилы, блядь.